Добрый день. Я здесь возле театра оперы и балета. Показываю театр оперы и балета. Кто-то сильно недоволен. Как это так, что я не показала театр оперы и балета? Что за претензии, я вообще не понимаю. Сколько его показываю? Каждый раз показываю. Так, народу не очень много. Кто с детьми? Ярмарка здесь продолжается возле Патрии. Я уже туда точно не пойду. Все с детками гуляют. Музыка не молдавская. Всем хорошего дня. Я прошла посмотреть, здесь много народу. Ну так, с детками. Тем более выходной, все повыходили, естественно. Погода хорошая, тепло. То солнце есть, то его нету. Так что все нормально. Дети катаются. Ну, не знаю, непонятное. Или что-то было, кто был на площади, как отмечали Рождество. Так как-то скромненько. Не вижу такого веселья и настроя, что все счастливы, рады и счастливы. Пойду на площадь. Так что здесь тихо. Дети катаются на каруселях. Я пойду тогда дальше туда посмотрю. Так что никто не веселится на Рождество, естественно. Да, но почему площадь не перекрыли? Или не в планах, наверное, было. Как и вчера, можно было и не приходить сегодня. Отдохнуть немножко дома. Пойду дальше. Что это? Где этот шарик? Кто его снял? Шарик снял. Такие люди у нас. Ничего не берегут. Все только испортить, поломать, побить. Сейчас перейду дорогу, пойду на ту сторону. Немножко там пройдусь. Не знаю, что ловить, кого ловить. Пишите, кто знает, был какой-то концерт на площади или нет, или это все это сцена для Нового года готовится. Я так и не поняла. Для Нового года, на Новый год будет концерт какой-то. Все же будут отмечать здесь на площади Новый год. Кто отмечает постоянно. Так, я не успею. Я постою лучше. Я не спешу. Сейчас пойду, обойду туда, немножко пройдусь. Посмотрю, что там. Ладно, всем хорошего дня.